Нас ожидают крещенские праздники, в которые скупнетесь вы или не скупнетесь, важно во вторую степень. Кто хочет купаться, вперед и без, из песни, и не бояться. Кто не хочет, не ходи и не купайся. Покропись там, попей водички, значит, там, покропи жилище сам, ванну прими. Все полезно в этот день. Но главное, чтобы вы почитали книгу «Деяний», Евангелие Марка, послание к Титу. Вообще, чтобы вы вникли в тему, кто такой Иоанн Предтеча, что такое крещение Иисусова, как это происходило, зачем, почему в виде голубя Дух Святой сошел, какая здесь параллель с всемирным потопом есть в этих праздниках все. Сколько чудес Господь через воду сотворил. И Моисеев, выход из Египта там и многое другое. Вот чтобы вы погрузились в библейскую эту тему, чтобы для вас этот праздник стал праздником Писания. Потому что над водой звучит голос Божий. Вот сейчас, вот эти иорданские. Купель там прорезали, прорубили, там, значит, там все осветим, там все. А там, значит, глаз Господень на водах. Вопиет, глаголя. «Приидите все, примите духа премудрости, духа разума, духа страха Божия». Явшегося Христа, то есть над водой вопиет Дух. Дух Божий носится вверху воды, как в начале творения мира. И нужно идти на воду за Духом, не на воду за водой, не на воду, чтобы там «ух!» искупнусь и помолодею, а надо идти на воду за Духом, потому что Дух носится над водой. Читайте «Бытие» и слушайте, что будет церковь петь. «Глаз Господень на водах вопиет. Примите Духа премудрости». Это духа разума, духа страха Божия. Это есть смысл праздника. А за сим прощаемся с вами в надежде будущих встреч. И да хранит всех нас Иисус Христос и Его Пречистая Матерь. Аминь. До свидания.